По сообщениям синоптиков, уже в эти выходные наступит теплая и ясная погода. Многие брачане наверняка захотят выбраться отдохнуть на природу. Однако пожарить шашлыки или покоптить рыбу будет проблематично. Разводить костры, использовать мангалы или другие приспособления для готовки пищи сейчас запрещено. Напомним, на территории области введен особый противопожарный режим. Поэтому соблюдать правила противопожарной безопасности нужно тщательней. Также Госпожнадзор напоминает, в лесах нельзя бросать горящие спички и окурки, не допускается оставлять стекло и бутылки на солнечных полянах, а также выжигать траву. Если же все-таки вы собираетесь разжигать костер, то место должно быть, значит, отделено минерализованной полосой, то есть должно быть подготовленное. Ширина минерализованной полосы не менее 0,5 метров. Если это хвойный лес, особенно если это молодняк, то разведение костра в принципе ни при каких условиях в нем недопустимо. За неисполнение требований горожанам придется заплатить штраф. Если для граждан он составляет от 2 до 4 тысяч рублей, то для должностных лиц от 15 до 30 тысяч, а для юридических от 400 до 500.